Список ресторанов Алматы пополнился еще одним. Развитый туризм и сфера услуг всегда будут обеспечивать спрос. Особенно популярны заведения в Медеусском районе. И сегодня открылся уютный ресторан с грузинской кухней. В приготовлении блюд здесь используются исключительно местные продукты. Единственный продукт, который мы здесь привозим извне Казахстана, это традиционные грузинские специи. Все остальное, мясо, овощи, фрукты, мы все используем непосредственно здесь. Это локальный рынок, причем как бы даже сыры, которые приготовлены по традиционной грузинской технологии, мы делаем здесь, на одном из фермерских хозяйств. Ресторан площадью 700 квадратных метров, вместимостью до 240 человек. В него предприниматели инвестировали 700 миллионов тенге. Городскими властями уделяется большое внимание созданию благоприятных условий для инвестиций и бизнеса. Они, в свою очередь, оказали поддержку при вводе в эксплуатацию, в частности, в вопросах предоставления технических условий. Общественное питание является одним из важных подсфер, сферу услуг. И поэтому развитие, поддержка ее является одним из приоритетов акимата города Алматы и акимата Медеусского района. В рамках государственных программ предоставляются меры государственной поддержки. Это такие, как вот в рамках дорожной карты бизнеса, это субсидирование процентной ставки и гарантирование. Также еще с прошлого года функционирует программа «Жибек Жолан», направлена на поддержку предприятий сферы торговли и общественного питания. Немаловажно и то, что открытие ресторана позволило создать 50 новых рабочих мест. Всего в Медеусском районе работают 554 заведения общественного питания. До конца года ожидается запуск еще более 100 новых объектов торговли и сферы услуг, которые составляют основную долю предпринимательства в мегаполисе. Всего в городе в МСБ работает 180 тысяч бизнесменов. Айерке Ермек, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы.